Мистер Грумер? О, что это? А, это Лондон. Как красиво. Тетя Люся всегда мечтала побывать в Лондоне. С такой книгой она бы словно очутилась здесь. Тетя Люси! О, Паддингтон. Превосходный подарок. У меня гениальная идея. Я заработаю денег и куплю эту книгу тете. Добрый день, мойка окон. Паддингтон, ты уверен, что готов к серьезной работе? Там Феникс Бьюкеннон, самый знаменитый папин клиент. Полагаю, вы меня узнали? О, да, вы известный актер. Я мировая звезда. Увы, в прошлом. Теперь вы собачий корм рекламируете. Раскладная книга. Где ты мог ее видеть? В антикварном магазине. Вор, пожалуйста, остановитесь! Не с места! Грабитель не я. По городу прокатилась волна загадочных происшествий. Мы снова богаты. Может быть, я и похож на закоренелого преступника, но я не виновен. Нам нужен безупречный план. Если кто и распознает бандита, так это мы. Он мастер перевоплощения. А? Это кража со взломом. Мы еще ничего не сломали. О! Куда это ты собрался, медведь? Паддингтон, не раздумывая, пришел бы на помощь любому. Он во всех видит только хорошее. Мармелад? Добро пожаловать! Приключения Паддингтона 2. Пёсик, вперед! В кино с 18 января.